الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. بارك الله فيكم за дозволение Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Продолжаем разбор темы единобожия в вопросах и ответах. И мы начали разбор с вами главы о том, что поиск благодати, то есть бараката у деревьев, камней, могил и тому подобных вещей является ширком. И говорили о нормах узаконенного табаррука. Табаррука, то есть имеется в виду, где, когда и как можно извлекать или искать баракат в той или иной вещи, а когда это запрещено. И мы дошли, баракаллаху фикум, до хадиса, Абу Вакида Аль-Лейси, рахим радиаллаху анху. Автор упомянул его в книге, сказав: «Хараджна ма Расулиллахи саллаллаху алейхи вассаляма иля Хунайнин ва нахну худасау ахдин бикуфрин». Абу Вакид Аль-Лейси рахимахуллаху тааля радиаллаху анху рассказывал: «Однажды вместе с пророком саллаллаху алейхи вассаляма мы отправились в Хунайн. И в то время мы были еще новыми мусульманами, недавно отказавшимися от неверия. Валиль мушрики сидра. И по дороге, когда они ехали, увидели сидра, это дерево, варакалауфикум, называется ботанически зисифус колючий. То есть такое колючее большое дерево. В некоторых риваятах у имама Ахмада сказано, что это было огромное большое зеленое дерево. По-арабски оно называется сидра. Якифуна индаха ва янутуна биха аслихатахум юкалю лягу зату анват. Многобожников было это дерево, у которого они находились для выполнения своих обрядов, то есть возвеличивая это дерево, и развешивали на этом дереве свое оружие, желая бараката. И они называли его зату анват, то есть имеется в виду дерево с подвесками, то есть или дерево подвесок. Фамарарна бисидратин, и когда эти сподвижники проходили рядом с этим деревом, факульна я расуль Аллах, иджаляна зата анватин, камалягум зату анват. И сподвижники сказали: у посланника Аллаха, сделаем нам такое же дерево зату анват, как и у них, у многобожников зату анват, то есть для того, чтобы мы оттуда извлекали барака. Факаля расулуллай саллаллаху алейхи вассалям, Аллаху акбар. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, услышав эти слова, сказал: Аллах превелик. В версии имама Ахмада сказано, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Субхан Аллах, причист Аллах, инна гасунан, поистине это обычае. То есть поистине это следование обычаям. Культум валлязина в себе яди, клянусь тем, в чьих руках моя душа, камакалят бану Исраиля Муса, как когда-то бану Исраиля обратились к Мусе, сказав: «Эджалляна алиха камалягум алиха», сделай нам такое же божество, как и у них, у многобожников божество. Иннакум каум кали, иннакум каум таджалюн, на что Муса, алейхиссалям, сказал: «Поистине вы народ невежественный». «Ля таркаван насуна лисана наманкана кабляком», после чего пророк саллаллаху сказал, обратившись к подвижникам, «Поистине вы последуете обычаям тех, кто был до вас». Шейх задает вопрос и говорит: «Маль максуду бикаули хараджна иля Хунайн». О чем говорит Абу Вакид радиаллаху анху, рассказывая о том, что они вышли в Хунайн? «Ай иля газвати Хунайн», то есть они вышли в военный поход с пророком саллаллаху алейхи вассаляма против Хунайна. Маудыа байна Макка ва Тайф. Это место находилось между Меккой и Тайфом. Мама ана каулихи ва нахну худасау би ахди биль куфр. Ва нахну худасау ахдим би куфр. Что значит слова Абу Вакида Аль-Лейси? И мы были недавно отказавшимся от неверия, то есть людьми. Ай, то есть карибу ахдим биль куфр. То есть они только недавно отказались от неверия. То есть валь хуруч мингу, и вышли из него. Вот духуль фил ислам, только недавно приняли ислам. Фалям ятамакканул исламу мин кулюбим, и поэтому ислам еще должным образом не вошел в их сердца, то есть знание об исламе и все, что связано с этим. Мама ана каули януту набия аслихатахум валимада. Что значит слова Абу Вакида, то что эти многобожники вешали свое оружие на это дерево? И зачем они решили? Айя акилю набиха аслихатахум. То есть они подвешивали свое оружие, табаррукан, желая баракат, чтобы с этого дерева перешел баракат на их оружие. То есть чтобы оно было крепче, чтобы оно было острее, чтобы оно приносило больше
пользы во время военных действий. Ватаавиман ляха, и делали это, возвеличивая это дерево. Мамана каулихи якифуна индаха вамаху аль-укуф. Что значит, они пребывали там около этого дерева? Что значит слово укуф, пребывание около какого-то дерева? Айюкимуна индаха, то есть они находились там, уаль-укуф и камату аль-шейфиль макан. То есть когда кто-то где-то находится в каком-то месте, и в основном это слово используется бараклуфикум, когда речь идет о выполнении каких-то обрядов. Они же находились, это дерево, находились около этого дерева, возвеличивая это дерево, возвеличивая это дерево. Следующий вопрос. Лима ваталябу мина расуль саллаллаху алейхи салям ан яджаля лахум зата анват. Почему сподвижники, вот эти вот новички, новобранцы, попросили у пророка саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он сделал им точно такое же дерево? Шейх отвечает: занну, они подумали, анна хаза амрун махбуб индаллах, то, что эту вещь любит Всевышний Аллах. Обратите внимание на это выражение. Они думали, что Всевышний Аллах любит подобные вещи. Уакасаду аттакарруба иляй, и попросили у пророка саллаллаху алейхи сделать им такой же анват, зату анват, чтобы через это приблизиться к Господу. Ва илля, а как же? Фахум аджаллю кадра минан яксуду мухалифата наби саллаллаху алейхи, они намного выше, если кто-то подумает, что они хотели выйти против пророка саллаллаху алейхи или противоречить ему. Нет. Поэтому, баракаллаху фикум, перед тем, как продолжить читать, некоторые важные моменты. Вещь номер один. Важное шариатское правило. Благое намерение не делает благим неправедное дело. Благое намерение не делает благим неправедное дело. И поэтому наша религия и поклонение в нашей религии будет принято только тогда, когда в нем есть два условия. Многие люди об этом не знают или же забывают. О том, что для того, чтобы было принято то или иное намерение, должно быть два условия. Первое – это благое намерение, то есть чтобы это делалось только ради Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Этого достаточно? Нет. Есть второе условие, а это, чтобы это строго соответствовало сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Только тогда дело будет принято. Поэтому тот, у кого благое намерение, тот, кто делает что-то ради Аллаха, но делает то, что не узаконено шариатом, Аллахом в Коране или пророком, саллаллаху алейхи вассалям, в сунне, его дело не будет принято. Также тот человек, который делает то, что узаконено, но делает это не ради Аллаха, а делает ради показного и так далее и тому подобное, у него тоже не будет принято. Тот же, кто то или иное дело делает ради Всевышнего Аллаха, Субхана ва Тааля, и его дело соответствует сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, его дело будет принято. Второй очень важный момент, баракаллаху фикум, а это польза для нас, требующих знаний и призывающих. Исходя из этого хадиса, мы должны понять то, что ученый, призывающий, требующего знания, тоже может попасть по незнанию в ширк. Потому что сподвижники, Аллах Субханаху ва Тааля, о них сказал, радиаллаху анху ва радуан. Он доволен, они довольны Аллахом, и он доволен ими. Аллах Субхану ва Тааля сказал, ва куллян ваада Аллаху аль-хусна, и каждый из групп, то есть те, которые приняли ислам до открытия и после открытия Мекки, Аллах обещал добро. Сподвижники – это самые знающие люди об арабском языке. Сподвижники – это самые лучшие люди в истории человечества после пророков. Почему? Потому что Аллах выбрал их в качестве сподвижников для пророка саллаллаху алейхи вассалям. И при этом они попали в подобный момент. А что говорить о простых людях? То есть те, кто после них, даже если это ученые и так далее и тому подобное. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи салям, будучи пророком, а постоянно обращался к Всевышнему Аллаху со словами «Аллахумма я мукаллиб аль-кулуби саббит кальби аль-динь». Вот тот, кто вертит сердцами, у Аллаха тот, кто вертит сами, укрепи мою религию, укрепи мое сердце на твоей религии. Самая важная вещь религии – это тавхид. Также пророк, саллаллаху алейхи салям, постоянно прибегал к Всевышнему Аллаху со словами «Аллахумма инни аузу бика нушрика бика шайн». «О Аллах, я прошу тебя, чтобы ты оберег меня от предавания тебе кого-то в сотоварищи, у астауфиру калималялям, и прошу прощения, если это сделал, не зная об этом». Ибрагим, алейхиссалям, имам человечества, имам единобожников, один из имамов единобожников в этой общине боялся за себя и за своих детей, говоря, а его дети были пророками, «Ваджнубни вабани анабуду ляснам, обереги меня и моих потомков от поклонения идола». То есть мы тем более должны бояться Бараклофик. Среди ученых также важный момент, было разногласие в понимании просьбы сподвижников. То есть каково положение этой просьбы?
Некоторые сказали, барак лофиком, то, что это ширк, в этом разногласии нет среди ученых. Однако разногласие большое, это был ширк или маленький. Первая группа ученых сказали, что это был маленький ширк. Почему? Потому что сподвижники хотели, чтобы Всевышний Аллах сделал в дереве причину, то есть думали, что в этом дереве есть причина от Всевышнего Аллаха, при том, что Аллах не сделал этой причиной. А мы с вами до этого разбирали, что это является маленьким ширком. Другая же группа ученых говорят, что они попросили, то есть некоторые из сподвижников об этом, но не делали этого. Потому что если бы они это сделали, то они попали бы в большой ширк. То они попали бы в большой ширк. Но так как они этого не сделали, а просто попросили, они, получается, попали в маленький ширк. Третья группа ученых говорят, что то, что они попросили, это было большим ширком. То есть это дело. Но они не стали вероотступниками и многобожьими, так как были оправданы невежеством. И они были новыми людьми в исламе и не сделали того, о чем попросили. Об этом сказал, и обращая внимание, баракулуфикум, шейх Ибн Баз. Вот это третье мнение, это мнение Ибн База, еще раз прочитаем. Это был большой ширк, но они не стали вероотступниками и многобожьими, так как были оправданы невежеством, так как они были новыми людьми в исламе, не сделали того, о чем попросили. Шейх Ибн Баз сказал это под этим хадисом в Таликатах, в своих комментариях на книгу Фатхуль Маджид. Кто хочет, может проверить. Дальше шейх задает вопрос и говорит: «Маль мураду би такбири наби саллаллаху алейхи ва саллям индама саалюху ан яджаля лахум дзата анват». Зачем пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал «Аллаху Акбар», когда услышал, что они попросили его установить им такое же дерево дзату анват, то есть которого бы они брали баракат. Шейх говорит: «Аль мураду та'зиму Аллахи та'аля ва танзиху ани ширк». То есть когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал «Аллаху Акбар», подразумевалось возвеличивание Всевышнего Аллаха и очищение его от сотоварищей. То есть ширк, какой бы этот ширк ни был, из того, то есть в тех вещах, в которых можно обращаться только к Всевышнему Аллаху, и вопрос барака мы с вами брали на прошлых уроках, баракат можно требовать и желать только от Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Также в этом выражении, братья, в словах «Аллаху Акбар» высказывание порицания со стороны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому, братья, ученые говорят в этих словах опровержение тем группам мусульман, которые заявляют и говорят, вот этот вот ваш призыв к единобожию и предостережение от ширка вносит раскол в нашу общину. И придумали такое правило, это группа, которая называется Ихвануль Муслимин, себя называют братья-мусульмане, есть такая группа, они себя так называют, а есть другая группа, которая себя так не называет, но делают то, что делает эта группа. Это тоже очень важный момент. То есть есть люди, баракаллаху фикум, которые уподобляются кому-то, совершая их поступки, при том, что сами себя таковыми не считают. И вот, они говорят такое правило, давайте сотрудничать в том, в чем мы единогласны. И оправдаем друг друга в том, в чем мы разногласим. Хорошо, пророк, саллаллаху алейхи салям, с этими сподвижниками. Цель у них была что? Открыть Хунайн, военное действие. Единогласны, да? Ну, в этом вопросе разногласили. Пророк, саллаллаху алейхи салям, промолчал? Нет. И обратите внимание, это же было чревато последствиями, то есть эти сподвижники же могли бы начать возмущаться, то есть будь вместо этих сподвижников эта группа Ихвана Муслимин. Что ты тут нам говоришь про какие-то вещи, мы тут с тобой в джихад вышли, а ты сейчас тут ширк, не ширк и так далее и тому подобное. Как мы это слышим постоянно от тех ребят, которые постоянно говорят о джихаде, когда им начинаешь говорить про таухид, он говорит, сколько можно вот это, про этот твой таухид говорить, надо дела делать и так далее и тому подобное. Нет. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил им этот ширк, остановил их, порицал их за этот ширк. Баракаллаху фикум. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, братья, рассказывал нам в хадисах, то есть хадис Муаза, мы с вами брали, фалякун ауаль матадаум иляхи ан ювахидулла. Пусть первым, к чему ты будешь призывать, это что единобожие. Поэтому любое дело, будь это джихад, будь это намаз, будь это ураза, будь это хадж, будь это закят, без таухида грош цена этим делам. Без таухида грош цена этим делам, бараклуфикум. Грош цена имеется в виду, Аллах не примет у тебя этих дел без единобожия. И поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям остановил сподвижников. Все отменяется, как будто так хочет. Отменяется поход, почему? Потому что вы делаете же. И когда они приняли то, что сказал пророк, все, продолжаем наш поход. Мама на кауле гиннага суна. Что значит слова пророка саллаллаху алейхи вассалям? Поистине это обычай, то есть услышав от них эти слова. Шейх говорит, а сунан турок. Сунан имеется в виду турок пути.
Уальмураду бигат таклиду ман такаддамаху минали ширк. То есть имел в виду пророк саллаллаху алейхи ва саллям, что вы последовали за теми, кто жил до вас из многобожников. Баракаллаху фикум, и также указали на то, что то, что делали те многобожники, это что? Запретный табаррук. То есть получается то, что запретный табаррук является одним из обычаев многобожников. Лимада шаббаха макалятахум бикаули бани Исраиль. Почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сравнил эти слова «сделай нам такое же дерево» со словами бану Исраиль, которые не так сказали, а сказали как? «Сделай нам такого же Бога, такое же божество, как у них, у многобожников, божество». Почему пророк саллаллаху алейхи ва саллям сравнил? Так вроде бы же о разных вещах внешне, кажется, идет. Там сказано про дерево, тут они просили прямо Бога. Шей говорит ля кауни гамитля, потому что их слова подобны словам многобожников были. Во имя хталя фатилявдан, даже если слова были, звучали по-разному. И поэтому очень важно шариатское правило, всегда следует смотреть на что? На суть этой вещи, а не на ее название. Не надо на ее название, как это звучит и так далее и тому подобное. Если кто-то говорит, баракаллаху фикум, то, что в наше время цивилизация, это ходить женщине раздетой, это называется цивилизация, на самом деле это тахалюф. Это отсталость в развитии. Мама ана каули ля таркабун насана на манкана кабликум. Что значит слова пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Вы обязательно последуете по пути тех, кто был до вас. Айля таттабиан натурукахум ва манахиджахум. Вы обязательно последуете по их путям и будете использовать их методы. Братья баракаллаху фикум, очень важный момент. Они сказали, что они были недавно принявшими ислам, то есть недавно вышли из куфра. То есть недавно вышли из куфра, о чем это говорит? О том, что они жили среди куфаров. Аллах в Коране говорит: «Валлаху ахраджакум мин бутуни умахатикум ля таалямуна шай». Аллах вывел вас из утроб ваших матерей, вы ничего не знаете. Вот так рождается человек. Человек рождается и ничего не знает. Но из милости Всевышнего Господа то, что он заложил в него фитра, естество, а это принятие истины. Легко очень истина ложится у человека на сердце. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Куллю маулюдин юлядуль фитра». Каждый рожденный, то есть о котором Аллах субхана ва тааля в Коране сказал: «Ля таалямуна шай», ничего не знает, рождается на естестве, то есть заложена в нем вот эта база, то есть сосуд принимать истину. И родители, сказал, делают его иудеем, христианином или огнепоклонником. То есть под родителем, почему именно родители упомянуты? Потому что родители – это самые близкие люди. Но нет, не ограничивается понятие родителям, имеется в виду общество. А самые общие, близкие люди в обществе – это твои родители. И поэтому можно ходить, если шире растолковать, сказать, что общество его делает христианином, иудеем или огнепоклонником. Он рождается «ля таалямуна шайя», и Аллах создал ему слух и зрение. Афида, и что? И сердце. И вот он что-то слышит, и он что-то видит, и информация собирается, собирается в сердце. И вот так вот человек, баракаллаху фикум, который рождается среди неверующих, ничего не зная, Аллах наделяет его зрением, слухом и сердцем, он слышит то, что говорят неверующие, он видит то, что делают неверующие, и сердце его принимает, и это превращается у него что? В убеждение. И вот так вот эти сподвижники родились в семье многобожников, ничего не зная, Аллах дал им слух, они слышали то, что говорили арабы-многобожники, видели то, что говорили арабы-многобожники, и это наложилось на их сердце, и приняв ислам, они сказали пророку саллаллаху алейхи ва саллям то, на чем были воспитаны когда-то. Сделай нам такое же дерево для табаррука, как у них это дерево. Поэтому, баракаллаху фикум, очень важное правило упомянул сам шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, сказал: тому, кто оставил невежество и перешел к истине, не надо думать, что у него не осталось в сердце что-то из того невежества, в котором он пребывал много лет. И вот тут, баракаллаху фикум, братья и сестры, мы понимаем важность чего? Важность хиджры, важность переселения из тех стран, из тех мест, где живут многобожники, и опасность нахождения среди них. Мусульманин, братья, должен торопиться покинуть неверующих. У многих это ограничено, мы не раз об этом говорили, у многих понятие хиджра – это собрать чемоданы и куда-то уехать. Нет. Начни первое с хиджры своего сердца. И тут же с хиджра твоего тела. Хиджра твоего сердца – откажись от всего того, что, откуда у тебя зрение и слух перенимают информацию и накладываются на твое сердце. И в первую очередь в наше время – это что? Телевизор. О вреде телевизора, баракаллаху фикум, мы говорили подробно, иншаллах, будет ссылка под видео. Послушайте, посмотрите обязательно это.
Средства массовой информации неверующих и так далее. Ты когда что-то слышишь, ты когда что-то видишь, это накладывается у тебя на сердце, для тебя это становится обычным. Мало того, что для тебя эти вещи могут становиться обычными, так еще ты еще можешь подумать, что эта вещь хорошая, как мы сегодня читали, что сподвижники думали, что это хорошая вещь, и поэтому попросили у пророка Саласам об этом. Видите как? То есть опасность не просто, что ты слышишь, слышишь и видишь, и в сердце накладывается, так опасность, что ты еще считаешь это благим. И поэтому мы видим, сколько в наше время новшеств совершают мусульмане под лозунгом «в этом же только благо», а если ты посмотришь, откуда они это переняли, из средств массовой информации, от неверующих и так далее, и тому подобное. Телом своим. У тебя нет возможности переехать в мусульманскую страну, ты в стране неверующих живешь. Первая вещь, посмотри, в каком микрорайоне ты живешь. Постарайся переехать в тот микрорайон, в тот город, в то селение, в ту республику, где больше мусульман. Находясь даже в таком месте, посмотри, где ты работаешь. Работаешь ли ты среди неверующих? Или работаешь ты среди мусульман? Кто-то говорит, работай среди неверующих, я заработаю $1000, а работай среди мусульман, я буду $100. Аллах, эти $1000 не помогут тебе в судный день. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, я не причастен тому, кто находится среди многобожников. Кто живет среди многобожников. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что огонь верующих и огонь неверующих не должен друг друга видеть. Что имеется в виду? Что вот мы перед домом огонь, когда разжигаем, кушать готовить, вот тут мы разжигли верующих, а там вот огонь неверующих. Вот эти два огня, а мы знаем, что огонь в темноте на расстоянии видно, не должны видеть друг друга. Почему? Потому что Аллах установил нам слух, зрение и сердце, мы слышим информацию, видим информацию, перенимаем ее, и это превращается у нас во что? В убеждение. И эти убеждения могут нас погубить. Сподвижники запутались в этом вопросе, ради Аллаху ангу, и чуть не попали в большой ширк валиязу билля. А что сказать о нас? Что сказать о нас? И поэтому также сердцем, как мы сказали, телевизор, та информация, которую воспринимает, смотри, какую информацию ты слышишь, смотри, какую информацию ты видишь. Потому что это все накладывается на твоем сердце. И поэтому мусульманин, баракаллаху фикум, должен очистить себя. Даже с тела своего начинай. В Сунне пришло пророк саллаллаху алейхи вассалям. Один человек, когда пришел пророк саллаллаху алейхи вассалям и принял ислам, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, что сбрось с себя волосы неверия. Другому приказал искупаться, а ему же приказал искупаться, даже волосы, которые у него вросли в куфре, в паху под мышками приказал убрать. И сказал искупаться, помыть свое тело, когда он пришел в ислам. И это даже телесно, братья. А что сказать баракаллаху фикум о душе? Также душу, душа это сосуд, братья, образно говоря. И этот сосуд, он чем-то должен быть наполнен. Если я возьму сосуд, братья, и наполню его вином, вот до конца, до горлышка. А потом возьму чистую родниковую воду и начну наливать в этот сосуд с вином. Что будет выливаться из сосуда, вода или вино? Вино, правильно же, оно же будет выливаться, и пока сосуд не наполнится чистой родниковой водой. И наоборот. Поэтому ты должен следить за своей душой. Ты обязательно должен слушать постоянно уроки, постоянно должен читать книги для того, чтобы информация, которая заходит через твои глаза, через твои уши, в твое сердце, очищала твое сердце и наполнялась чистой родниковой информацией, которая исходит из источников, это Коран и Сунна. И тогда куфр, неверие, нифак и все, что ты перенял, услышал и увидел от неверующих, будет потихоньку выходить из твоего сердца. А если же ты не слушаешь уроки, если ты целый день не наполняешь, то есть представьте, у меня ведро вина, кто-то брат говорит, нет, нет, брат, я слушаю, сейчас вот в статусе есть 30 секунд призыв братьев наших. А, проблем нет, ведро 30 грамм капелек положил воды, на следующий день 30 грамм капелек воды, на следующий день 30 грамм капелек воды. Через сколько лет это ведро чистым станет? Ладно бы оно, если бы в него не заходил, так в него же ты каждый день заливаешь другими ведрами вино, сидишь в Инстаграме, сидишь ВКонтакте, сидишь в Фейсбуке, целый день телевизор смотришь, выходишь на улицу, находишься в средствах передвижения, маршрутки, автобусе и так далее, и потом все это слышишь, 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 ведрами заливаешь себе вино в свое ведро и по 30 грамм пипеткой себе капаешь туда водичку? Нет. Поэтому если ты не можешь требовать знаний, да, каждого Аллах не сделал требующим знаний, переедь туда, где в тебя ведрами не будут заливать вино.
Поэтому, баракалуфикум, очень вред большой есть нахождение среди неверующих телом своим, в первую очередь. Во-вторых, баракалуфикум, своей душой. Как мы сказали, если ты не можешь телом переехать, нет, найди место, где живут мусульмане, тот город, ту республику, ту область, в которой живут мусульмане. Потом, когда туда попадешь, работай там, где работают мусульмане. Потом, если ты женщина дома находишься, и у тебя дома интернет, компьютер и так далее, смотри, чтобы из него исходила только та информация, то есть, который соответствует религии Всевышнего Аллаха Субхана, ничего вредного от того не исходило, от этого не исходило. Баракаллаху фикум. И тогда, иншаллах, Всевышний Аллах облегчит. Если увидит твое стремление к хиджре, Аллах облегчит тебе хиджру телом твоим. Валлахи облегчит. Баракаллаху фикум. Аллах Субхана Тааля все легко. Инна мамру вида рада шайна никуля укун файкун. Положение у Всевышнего Господа, если он что-то захочет, скажет ему, будь, и оно будет. Шейх говорит, маму насабатуль хадис абивакад лильбаб вазкур ма юстафаду минху. Какое соответствие хадиса абувакида этому разделу? То есть почему он в этом разделе этот хадис был приведен? Вазкур ма юстафаду минху, и упомяни, какую пользу мы оттуда берем. Первое, аги аннаху афада анна табару бляжар мина ширк. То есть хадис указан на то, что извлекать баракат с деревьев и подобным этому вещей является ширком. И этот ширк, как мы сказали, может быть большим и малым. Если человек думает, что это дерево само по себе баракатом наделяет, это большой ширк. Если человек думает, что в этом дереве есть некий дух присутствует, как у христиан убеждение, что в иконах, допустим, в крестах присутствует некий дух, который приближает их к Господу, кого-то, которого они называют отцом, это большой ширк. Если же человек думает, что Аллах дает в этом дереве баракат, то это малый ширк. И мы с вами говорим, что малый ширк намного хуже своей сутью, чем большие грехи. Также шейх говорит, польза извлекаем из этого хадиса от такбиру инда таджуб халяф лиман кариха. То есть то, что узаконено, говорит такбир, если тебя что-то удивляет или что-то ты порицаешь. И в этом хадисе как бы опровержение тем людям, которые говорят, что не подобает так делать. Второй, нахью ани ташабу биахлю джагилей тюахлю китаб. Запрещено уподобляться людям джагилей, то есть многобожникам и людям писания. Людям Писания, братья, во всем нельзя и многобожникам уподобляться, во всем. Многие мусульмане в наше время вроде бы осознают, да, не надо уподобляться многобожникам и стараются своей одеждой, своим поведением не уподобляться. Но забывают, допустим, что из отличительных черт многобожников и людей Писания это что? Стремление к мирскому. То, что основой их жизни, целью их жизни является что? Разбогатеть. И вот сколько мусульман уподобились многобожникам и людям Писания в этом вопросе и забыли о том, что Всевышний Аллах не создал для того, чтобы они разбогатели. И что Всевышний Аллах Субхану Тааля создал для того, чтобы они ему поклонялись. «Вама халяктул джинна валь инса илля лиябудун», сказал Господь. «Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись», то есть одному Всевышнему Господу Субхану Тааля. Шейх Аль-Бани, рахима Аллах, человек, мухаддис, который, как говорится, ведрами заливал свое ведро, хоть он жил, допустим, в Сирии, там, где был распространен бида и так далее, и тому подобное, но он каждый день заливал ведрами, что? Чистую родниковую воду, изучая сунну, целый день не выходя из библиотеки. Он во всем противоречит неверующим. Даже когда он заметил, что неверующие носят часы на левой руке, начал носить их на правой руке. Третье качество баракалуфика, он намазам Аллаху бихи аль-Ягуда, он, а в наше время люди, субханаллах, как уподобляются неверующим, моду диктует им кто неверующий. Братья, сестры, подписанные на инстаграм, заходят и так далее, сейчас модно то-то, то-то, и все начинают это одевать. Модно такая обувь, все начинают это одевать. Модно такая рубашка, все начинают, модно такая куртка, начинает ее одевать и так далее, и тому подобное. Манташабага бекау мин фагу мингум, сказал Прасусов. Кто уподобляется каким-то людям, то он один из них. Третья польза. Аннамазам Аллаху биги аль-Ягуда ван Насара фил Куран аннаху заму ля нас. Все, за что порицал Аллах иудеев и христиан в Куране, это является порицанием и для нас. И за амильна мисла амалихим, если мы будем делать то, что делают они. Четвертое. На сунна тахли китаб мазмума, то, что обычаи людей Писания являются порицаемыми в весах шариата. Касунна тель мушрикин точно так же, как и обычаи многобожники. Аллаху субхану тааля алям. Аллах субхану тааля лучше знает. На этом мы заканчиваем эту главу. Джазакум Аллаху хайран. Баракаллаху фикум.